Очень расстроен результатом, в принципе, даже результатом и качеством той игры, которую показалось на первом тайме. Играли очень медленно, без движения, мяч очень медленно ходил, поэтому это результат результатом, но именно качество игры больше всего удручает. Поэтому, ну, работы много, будем работать и совершенствоваться. По срокам тяжело что-то говорить, в принципе, у него там небольшое сотрясение и все. Каких-то серьезных там повреждений нет. Сотрясение получил, удар приличный был. Поэтому сроки восстановления тоже врачи будут определять, насколько серьезное сотрясение. Контроль рознь, катать сзади, это не контроль мяча. Футбол надо голы забивать, а не мяч контролировать. Поэтому здесь я бы не сказал, что какая-то кардинальная смена произошла. Он окончательно не вернулся, просто временно находится. У него планы уехать в более другой клуб. Поэтому мы наигрываем молодежь, которая с академии. Задача КК-2 – растить молодежь. Поэтому мы ее растим, доверяем ей больше времени. Илюх уже, в принципе, ну, зрелый парень, ему нужно играть в большой футбол. Ребята нормально сыграли, насколько позволила ситуация, насколько позволило их состояние. Нормально выглядели. Стас там подвыручил. Андрей Иван пару эпизодов, конечно, если чуть получше сыграл, могли в первом тайме забить, поэтому ребята старались, помогали, нормально.